своих жертв 29-летний нижнекамец находил в социальных сетях. Добавлялся в друзья к малолетним девочкам, знакомился, входил в доверие, а потом в ходе общения предлагал сделать эротический массаж. С заявлением в полицию обратился отец одной из девочек. С его слов, неизвестный под ником Ваня Иванов пишет его 9-летней дочери непристойные вещи. Полицейские от имени девочки начали вести переписку с подозрительной личностью и назначили ему встречу. В назначенное время он приехал на своей автомашине. Заподозрив неладное, он пытался скрыться с места, но был задержан сотрудником Малороска. Как выяснилось, 29-летний задержанный оказался жителем Нижнекамска. Неженат, является работником одного из градообразующих предприятий. На протяжении 5 месяцев он предлагал несовершеннолетним вступить с ним в интимные отношения. Объяснить полицейским, почему он приставал к девочкам 8 и 10 лет, не смог. Но вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении мужчины». Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. А на сегодняшний день по этому уголовному делу в качестве потерпевших проходят 3 несовершеннолетние девочки. Со слов оперативников, число жертв может быть куда больше. Полиция просит всех, кто пострадал от действий задержанного, обратиться в УВД или позвонить по телефону 02. Айгуль Яблонская, Евгений Лазаев, новости НТР.